Фехтовальщик Эльмир Алимжанов принес Казахстану еще одну медаль на Азиаде в Китае. В полуфинале соревнований он уступил сопернику из Японии и стал бронзовым призером игр. Таким образом, в копилке нашей сборной 9 медалей различного достоинства. Наконец-то первая медаль для меня — это 4-е Азиатские игры. Два раза выступал в личных соревнованиях и 2 раза останавливался в шаге от медали одним уколом. Моя победа над китайцем за выход в четверку была такая знаковая, потому что я давно мечтал именно о личной медали. С уверенной победой дебютировал на Азиаде чемпион мира Махмуд Сабырхан. В первом поединке он одолел боксера из Южной Кореи и прошел в следующую стадию турнира. Днем ранее победу нашей сборной принес другой казахстанский боксер Сакен Бибосынов. Я впервые боксировал с этим соперником. Изучали его внимательно, подбирали тактику. Я думаю, выступил хорошо, буду готовиться к следующему сопернику. Боксировал, держа в уме, что нужно сохранить силы для следующих боев. Пытался контролировать бой и спокойно довести поединок до победы.